Всем привет! Сегодня из Маргариты, загорелой конфетки, мы попробуем сделать Харли Квинн. Руки бы чем-нибудь закрыть, правда, твои черные, потому что у Харли Квинн очень белая кожа, кажется, да? Да. Я выбежала из тюрьмы. Ну, мне кажется, как раз у Харли Квинн такой образ и есть. Нет? Ну, давай так. Надо бы, наверное, снять. Ну давай начнем. Я вижу, что была синяя резинка, то было бы прикольнее. Ну да. Сначала мы нанесем базу под макияж, чтобы все хорошо тушевалось. Как хорошо, что это не я крашу. Теперь да, смотри наверх. Ну лучше вот так. Так. О, все. Что, думаешь, все? Нет. Все только начинается. Это, конечно, явно не твой тон. Ужас, Катя, ты что творишь? О, я себя вижу, о боже. Почему у меня пол лба не накрашено? Ну, у тебя там волосы же. Ну, волосы накрасить. Как-то странно. Есть же такие, сейчас скажу. Люди, которые тебя вот так, ты еще в какой одежде? Мемы, по-моему, они называют. Давай. Это просто тон. Теперь брови. Не надо. О, Катя. Не прищепка. Не говори никому. А может быть же видно? Так, все, хватит на себя смотреть, выключай. О боже, что ты сделала, Катя? Прошло 3 часа. Все? Да, пойдет. Ура! Теперь самое сложное. Что? Мне уже страшно. Господи, хоть мне монобровь какая. Закрывай глаза. Сейчас что-то страшное будет. Закрывай глаз и вот так вот его натяни. Поближе сядь. Только чтобы лицо было, а ног не было. О, теперь я точно как Харли Квинн, особенно еще в этой. Что такое? На один бок как будто. Видишь? Вау. Клево, да? Да. Если еще синие глаза, то. Все, давай рисуем синий. Я тебе сильно прям так интенсивно не буду делать. Рисуем синий цвет. Ну, вот, прикольно. Еще губы. Яркие губы тяжело открытыми глазами уже? Да. Все, нормально. Дальше боюсь. Мне кажется, что для детей это как раз таки супер макияж на Хэллоуин. Так что повторяйте его для своих детей-подростков на Хэллоуин, на какой-то интересный праздник тематический. Очень даже здорово, иногда можно. Не, и так похоже. Если вы не поставите лайк этому видео, то вам не поздоровится.